11-летний мусульманин поразил всех. Он превзошел Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Недавно Юсуф Шах набрал максимально возможный балл в тесте на IQ для детей младше 18 лет. Мальчик из английского лица учится в шестом классе. Юсуф любит делать все, что стимулирует его мозг. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ Плюс по этой ссылке.